Здравия желаю. Итак, разберем снова ту же тему про вольты, про амперы, потому что тут никто ничего не понял. Так, это важная тема. Вот смотрите, 1 вольт равен метр квадратный. Метр квадратный, 1 вольт. 1 вольт равен помножить на килограмм. Так. Помножить на секунду в минус третий. Вообще абсурд. Дальше. И помножить на А. Что такое А? Ампер, что ли? Вот жулики. Помножить на А минус первый. В минус первый. Видите, что? Ну вот берем. Метр квадратный есть у нас в природе? Метр квадратный. Нету. Почему? Потому что все в трех измерениях. Вот спор тут заходил. Я отвечу так на этот спор. Принесите мне квадратный метр доски. Допустим. Вы не принесете. Потому что то, что вы мне принесете, оно будет в кубометрах. То есть три измерения иметь. Значит, квадратного метра нет. Зачеркиваем. Килограмм есть? Есть эталон килограмма. Значит, сейчас покажу. Так. Эталон килограмма. Вот он, видите? Вот эталон килограмма. С чего он состоит? Так. То есть они сами еще не знают, но вот они, у них есть эталон вот этот вот. Из чего он состоит? Килограмм единица массы. Что такое масса? Нет объяснения, нет никакой массы. То есть вранье. Определения массы нет. Значит, состоит он, вот его диаметр и высотой 39,7 мм из платинового иридиевого сплава. 90% платины, 10% иридия. Понятно? Или еще не поняли? Платина и иридий. Разве мы где-нибудь применяем платину и иридий в быту? Нигде не применяем. То есть это чушь опять-таки. Свойства другие будут. Мы применяем там, допустим, ротор у нас металлический крутится, но не иридий и не платина. То есть килограмм тоже чушь. Секунда есть? Ну, как бы есть. Минус третий, это что будет такое? То есть с тремя нулями. Ноль, вот так вот. Ноль, ноль, ноль. Один, допустим. Вот это вот так вот секунда будет. То есть одна тысячная где-то, даже больше. Даже неправильно. В третий, это значит корень из трех. Минус. Ну, в общем, тоже чушь. Чушь. Видите? Все чушь. Абсурд, бред и вранье. Дальше. 1 ампер. 1 ампер. Чему равен? Смотрим. 2 на 10.
2 умножить на 10. Так. И минус 7 почему-то. И минус 7. Или минус 7. Тоже абсурд. А давайте Ньютона. Ньютона, да? В общем, какая-то часть Ньютона. 2 на 10 минус 7. То есть абсурд. Чему равен Ньютон? 1 килограмм. 1 килограмм. Килограмм-то это эталон из платины. А у нас его нет, зачеркиваем. Дальше. Помножить на метр. Помножить на метр. Так, сейчас я зачеркну. Помножить на метр. Метра тоже нет. Все в трех измерениях. Зачеркиваем. Так. И деленное на секунду в квадрате. Вот так, во второй степени. То есть остается секунда тут, как и там. Секунда. Так, хорошо. И ватт у нас идет. Последний 1 ватт. 1 ватт. Равен. Опять килограмм. Платины у нас только килограмм. А килограмм из другого металла. Мы не знаем его свойства, из другого вещества. Ни плотности, ничего нет. Значит, килограмм зачеркиваем. Дальше. Опять на метр в квадрате. Метров нет. Квадратных метров нету. Есть кубические метры. Квадратный метр это ноль. Ничего. Зачеркиваем. И секунда в третьей степени. Секунда в третьей степени. То есть здесь секунда в минус третьей степени. Здесь секунда во второй степени, здесь секунда в третьей. То есть мы секунды перемножаем. Как мы узнаем по их формулам? Значит, вольты умножаем на амперы. Получаются ватты. Так, что они нам считают? Ватты, киловатты. То есть мы секунду в минус третьей, сами вот подумайте, умножаем, значит, на секунду во второй степени и умножаем на секунду в третьей. Ой, немножко не так, сейчас. Я зачеркну. Значит, ватт у нас секунда в третьей степени, так? Значит, вольт у нас секунда в минус третьей. Секунда в минус третьей степени умножаем на, значит, тут у нас ампер, секунду во второй степени и получаем мы ватт. Это что такое? Это вот формула такая. Что мы получаем? Если секунду мы помножим секунду минус третьей на секунду минус второй степени, мы получим какие-то секунды, но никак не энергию никакую, не силу, не мощность. То есть это полная чушь и бред. А как она работает? Работает она пока в сравнении. То есть мы примерно по опыту знаем, что вот это вот смотает там, допустим, 100 ватт, 100 ихних ватт. Ну, 100 единиц смотает. Лампочка, допустим. А другая маленькая смотает 10. Вот в сравнении мы только определяем. Что мы определяем, никто не знает. Как я говорил, можно определять только по тому, сколько потратили топлива. Так они и определяют, кстати. По количеству нефти, потраченного на одного человека в год. Или эквивалента нефтепродуктов. Газа там и так далее. Вот как можно определять. А вот это вот абракадабра. Мы только определяем сравнение, где больше. Мы не определяем, сколько мы потратили по вот этим вот формулам. Мы определяем, где больше у нас мощность, как бы.
а где меньше. Ну, видим, что там больше тепла. Вот это вот определяется, и все. Но никак не, ну, никак за это вот платить не надо, потому что это не определяет, сколько мы потратили нефти. Оно определяет сравнение, где больше, где меньше. Все. Вот это вот. Все, видите? Все вот это вот. Сейчас. Полная ложь и полное вранье. Если вы продолжаете верить этому, продолжайте. Я не буду никого отговаривать. Возьмите это все, перепроверьте.